Всем привет! Прекрасно! Представляете, забыла вам сказать. Привет, мои лапули на потуле. Всем привет, мои хорошие! Сегодня очередное видео, и в этом видео я вам кое-что покажу, что раньше не показывала. Сейчас я перешла на косметику Ив Руше, заказала посылку по интернету, так как выходить невозможно. Сейчас вот ждала этого часа, чтобы раскрыть вместе с вами. Кстати, дошло за 3 дня, как они обещали. Посмотрим, что там мне принесли. Я обработала, естественно, сразу же эту коробочку. Хотя уже не знаю, надо обрабатывать или нет. Ну, посмотрим, что же тут я заказала интересного. Так, вот все это я заказала на 400 лир. Ну, естественно, с большими скидками. 25%, 20%. Так, ну вы поняли, что у меня проблема с волосами. И я сейчас все свои силы и средства Ашкэм пускает на то, чтобы восстановить мои волосы. Я делаю и натуральные маски из готовых продуктов, вы знаете, да? А также я делаю... Ну, и надо пользоваться и соответствующими средствами. Без аммиака, без сульфатов, то есть без химии. Так, ну давайте начнем. И я посмотрела, что это новинка. Как раз я обратила внимание на то, что мне надо. Я вот на компьютере. Вот чем хорошо покупать по интернету? Тем, что можешь перевести на русский язык. Вот здесь вот что-то потекло у них. Ну ладно, это не беда. Так, мои хорошие, я, значит, когда выбрала категорию, то я выбрала, вот тут открыто, от этого потекло. Я выбрала, когда категорию, немного ли вышло, а? Как вы думаете? То я выбрала для восстановления, для роста волос. В общем, вот такой вот шампунь. Новинка. Против выпадения, вы видите, anti-hair loss. Взяла шампунь 300 миллилитров здесь, так, и соответствующий взяла бальзам, по-моему, это бальзам, да, нет, это не то, вот это вот взяла. Не то. А, вот оно. Сульфат фри, вы видите? Сульфат фри. Вот покупайте такой шампунь, где тут написано фри. Но где же маска от него? Бальзам. Наверное, вот это, скорее всего. Нашла. Так, в общем, смотрите, мои хорошие, вот эта серия. Нет, это маска. Такой бальзам. Вот этот шампунь дали в подарок. Я еще, в принципе, не разобралась с этим совсем. Это шампунь без пены, без образования пены. Я не знаю, в подарок, представляете? Покупаешь и все. Так, следующее, что это? Это маска. Взяла несколько масок, представляете? Вот эту маску взяла. И вот эту взяла маску. Какая-то из них ночная. Ну, это тут на французском написано. По-моему, и на английском. Тут и на французском есть, вот. И на английском. Буду лечиться и буду, значит, все говорить. Да, вот здесь написано, смотрите, ночной. Как бальзам, его надо для корней волос, его надо на ночь наносить. Такой ночной бальзам. Или маска это. Значит, у меня идет вот эта маска и эта маска. И для лучшего расчесывания тоже я взяла. Вот такой вот спрей.
для расчесывания и от выпадения все взяла этой серии. Так, еще что я купила? Масло взяла. Буду, значит, обрабатывать кончики волос. И самое долгожданное здесь я взяла крем для лица. Моя подруга как-то мне с Стамбула, она пользуется такими вещами. Она мне посоветовала взять ампулы для противопадения, для улучшения роста. Я вам показывала раньше, говорила. Я сказала: Света, не пожалей деньги. Она увидела, что я купила L'Oréal, крем для лица. И она сказала: Света, не жалей деньги. Это, говорит, стоит 70, а это стоит 200, но зато это дает эффект свой. И всегда бери с красной крышечкой. Дай Бог ей здоровья. И вот я приобрела такой долгожданный крем. Он стоит сейчас со скидками, кажется, 150 лир. Посмотрите, какой красивый. В общем, это уже для моего возраста. Крем взяла по возрасту. Запах. Пахнет приятно. Еще вот видите, многие мне советуют, что маски надо делать с маслом. А какое масло пользоваться? Подскажите, каким маслом-то? В аптеку сейчас не выйдешь. Для волос же не сделаешь. А ну-ка. В общем, посмотрим, какой эффект будет. Но... В общем, вот такие вот посылочки, мои хорошие. Я сейчас разберусь со всем этим. И потом вам все объясню, если вам интересно. Вот, скидки здесь показаны. Значит, я взяла масло для волос. Маска. Одна маска. Вот это вот средство. Мне на турецком легче читать, чем на английском. Кырылма Карши Сериум. Вот это вот. Чтобы легко расчесывать можно было. Геджи Сач Бакымы. Онарджи. Здесь, значит, есть и ночной уход за волосами. Крем стоит вот 190, я его за 150 купила для лица. Вот этот шампунь, бальзам для ночной, стоит 55 лир. Да, новая серия, поэтому и подороже, чем можно старое купить подешевле. Значит, маска одна стоит 55, масло для волос 47, что от невыпадения волос шампунь 57, крем для крем-шампунь, что без пенообразования 43. Декульмея Карши Сач Креми 57. В общем, все не дешево. Самое такое дорогое. Ну что, мои хорошие, подведем итог. Вот все мои покупочки. Мне кажется, немало. На такую сумму тоже. Как вы думаете? Классно, не так ли? Сейчас буду вообще красавица. Может, кому-то не нравится, но я буду все равно красавица. Красавица буду все равно. Ну все, буду закругляться. Сделала именно такое видео одно, посвященное этой серии Ив Роше. Я не рекламирую ради выгоды. Так, друзья мои хорошие, ну что, буду прощаться с вами. Пока-пока. С вами была Светлана Ата. Ждите улучшения в моем внешнем виде. Ставьте лайки, не забывайте подписаться. Вот мои красавицы. Коробочки красивые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять наименований. Буду активно их использовать. И расскажу вам потом.
Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Юльбера, Юль. Ты хорошо, Юль?